Итак, привет, дружище, меня зовут Саша, это на канале Князь, я сижу такой, знаете, на чили, вот, и прошу вас княжеский лайк поставить, потому что вот очередной раз я понимаю, что кто-то ждет видосов, потому плевать, хоть в 12 часов ночи, но их публикую, потому, пожалуйста, помогите их продвинуть, не знаю, своим комментарием, там, лайком, еще чем-то. Вот, сегодня я побывал на карьере, пока там плавал, пока там с ребенком играл. Сука, думал, что будет все нормально. Думал, вообще будет все огонь. Обгорело вот так, что ёперный театр. Не, ну, из-за этой цветокоррекции или не знаю чего, короче. У меня сейчас вы этого, конечно, не увидите, но, сука, красный, как помидор. И уже начинает, знаешь, как-то все побаливать. Смотрите, у меня тут белое пятно от часов. То есть, ну, короче, не видно. Но, сука, завтра или сегодня ночью я, ребятушки, приколюсь. Ну ладно, у нас сегодня роллинг. Это означает, что будем тратить чужие самоцветы. И да, дружище, если хочешь, чтобы я у тебя на аккаунте паролил, ссылочка в описании есть. Заявочки на роллинг, там заявку оставляешь, и все будет хорошо. Постараюсь как можно быстрее ее рассмотреть и записать видео. Ролю с 50 тысяч самоцветов. Так, нахожусь на аккаунте игрока под ником Стервоза. 314 тысяч силы. Гильдия под названием Гамора. Прием через WhatsApp-чик. Информация у вас, ребятушки, если что, на экране. Требуются активные игроки. И что это у нас? Ну, 40 тысяч самоцветов. Почти бездонатный аккаунт, друзья. Почти бездонатный аккаунт. Но мы видим здесь Зефирика. Так как вы знаете, Зефирик там моментами продавался не так дорого. Давай сразу по недостающим героям посмотрим, да? Потому что, как бы, мне что-то прикололо, да? Смотреть недостающих героев после того, как паролю, друзья. Ребята, все поменялось. Все поменялось, почему? Ну, то есть мне тут сказали, ты трать 50 тысяч самоцветов, вот, ежели ничего не выбьешь, еще потрать десятку, потому что там на складе есть самоцветы. Ну, давай глянем вообще, что тут надо. Так, Розалинда это донат, Мастерун, Макдуха, Темный Колдун, Зефирик, Механоид Альфа, ну, Мастерун, короче, пока что, Мисс Магия. Полярный лист, понятно. Берсерк. Пепельная Матрона. Слушай, такая достаточно... ну, стандартная херь. Вот, под недостающим героем. Ну, еще скиталец. Ну, как-то... Ну, типа, сложненько будет. Сложненько. Ну, понятно, из этих героев очень нужна мисс магия и мастер рун. Вот, так что давай пока первые 8 тысяч потратим, да? Выпадает Фрэнки. Да. Да. Что-то как бы, да, если учесть тот факт, что мастер рун вообще не выпадает, то, ёпта, это пипец удача. Ну, вы понимаете, сегодня мы уже тратим 50 тысяч самоцветов, да, то есть сейчас 8 тысяч эти потрачу. Пепельная Матрона, да в рот мне ноги, в рот мне ноги, ребят, в рот мне морковку. Ну, слушай, как бы прикольно. Ну вот, это, да, это сразу тут за первые пару тысяч два недостающих героя. Причем один из них крутой. Ну, давай, да, места освободим. Один из них крутой, а другой как бы... Так, Фрэнки, ты уже падал? Ты уже падал? Слушай, это как бы... Воу, да, ребята? Воу, вот это, знаешь, это вот что-то вот такое необычное. Ну и вы говорили там, открывай вот все ништяки. Господи, пацаны, все для вас. Сейчас буду открывать. Вот, не знаю, сейчас все не все. Просто летим. Будем иногда паузы делать. И будем просто заниматься. Открыть. У вас недостаточно мест на складе. Да в рот мне ноги. О, ну, вот это мы освободим место. Так, дальше. Как мы тут еще? Вот этим освободим, наверное, место, да? Окей. Дальше. О, могу по 10 открывать. Давай. Ох ты, божечки, говна она прилетала. Так. Тут всякие руны. Короче, все, открываю все для вас. Вы говорили, открываю все. А мне, я человек простой, мне пацаны и девчонки сказали, открывай все. Я открываю все.
Вот. Просто нон-стопом открывальщик ништяков. Открывальщик ништяков. Открывальщик ништяков. Ништяков, ништяков. Блин, ну конечно, роллинг начался, блин, мое почтение, да, то есть за 8 тысяч, да, за... Вот у меня как бы на пельмени сейчас тоже там есть пару тысяч. Может, мне за пару тысяч там тоже так прилетит героев, а? Как вы думаете? Но я, конечно же, в этом сомневаюсь. Ну а вдруг? Ну а вдруг, друзья? Так, я надеюсь, у нас тут становится вообще этих ништяков меньше или нет? Не, ну в принципе нормально. Давай. Так, нам надо еще открыть 42 тысячи самоцветов. Тут мы открываем сколько? Ну, короче, 11 тысяч. А, точнее, вот, 31 надо открыть. Окей. 31 тысячу самоцветов надо открыть. 31, 32. Так. 31, 32. Господи. Господи, как это долго все. 31. О, давай, 31. Ой, ну еще чуть-чуть. Окей, все, пошли дальше ролить. У нас 42 тысячи еще матчветов. Вот потом снова паузу сделаем, там какую, пооткрываем ништяков. А, что у нас там получается? Скиталис и Мисмагия, и Берсерк. Скиталис, Мисмагия, Берсерк. Вот, оккультист. Было бы классно их, знаешь, типа, всех выбить в этом роллинге. Это было бы прям супер эпично. Вот, это было прям вообще огонь. Ты прям было бы... Ух, как жарко, а? Как жарко было бы. Давай. Ну, что-то... Эй, ведьма. Ну, вот как бы повезло, да? Самоцветы закончились, и он все. Он больше не дает даже говняных героев. Ну, хотя он тут сразу, типа, парочку. Дуо дропнул. Так, давай, не останавливаемся. 25, 24. Господи. Йоу, давай, седна. Чё, все что ли? Афина. Рыцарь тьмы. Ну, походу, ладно, давай еще делаем паузу. Вот у нас тут 62 таких вот красивых. Красивых, молодежных сундука, ребята, а? Вот. Дальше. Чё там еще у нас? Опа. Так. Опа. Просто... Просто разрываем пространство открытием ништяков. Еще по полной программе. А, давай дальше. Тут у нас что? Тут у нас прям хорошо. Так, тут тоже не останавливаемся. Так, тут у нас опачки. А, ну, здесь не должно ничего. А, хотя... А, нет, скитальца здесь не видно. Да, здесь как бы никого... Никого нужного, полезного мы не выбьем. А вот тут, конечно, хотелось бы полярного лиса получить. Ну, давай. Нет, леди божество получили. Но она вроде бы была. Вот, она вроде бы была, друзья. Ну, если бы сейчас еще полярного лиса получили бы, то это прям было бы жарко. Это прям было бы хорошо. Вот, это было бы прям замечательно. Вот. Это прям было бы классно. Так, ну чё, давай уже тогда закончим с ништяками. И потом пойдем на финишную прямую дороливать героев. О, пошли у нас, так. Пошли у нас, ребята, питомцы. Кстати, подписывайся на телеграм-канал мой. Я там запилю голосовушку. Расскажу, как я сегодня проверил тормоза на своей машине. Прям при 120 километрах в час. Вот. Маленькую историю расскажу, которая сегодня со мной приключилась. Так что так вот. Окей. Мы закончили. Ссылка в описании. Так, мы закончили с открытием ништяков. У нас 19 тысяч самоцветов. Я напоминаю, что нам надо выбить Мисмагию, Берсеркера и Скитальца, если я не ошибаюсь, да? Да, ребят, ну давай попробуем. А, и еще, Стрелок, сегодня выпущу видос, вы там спать не ложитесь, сегодня выпущу видео, Королева Ос, о божечки, сегодня выпущу видео с обзором суперсильного Профессор Риббит, бульдозер, суперсильного аккаунта из гильдии Дурка, да, то у многих вопросы,
Как так получается? Давай. Антихайп будет. Раньше, знаете, все смотрели обзоры каких-то топовых аккаунтов, да? Дама Холода, я не знаю. Ну да, она была. А сейчас будут все смотреть обзоры бездонатных аккаунтов. Одержимый. Атлантикор. Ведьма. Рыцарь тьмы. Дриада. Одержимый. Давай. Бульдозер. Блять, такая себе финишная прямая, друзья. Чуть вообще нихера не выбили. Нет, ну хотя, а чё нам, извините меня, чё мне тут понтоваться, бля? Выбил мастера рун и пепельную матрону. Видите, как в начале роллинга за 2000 самоцветов выбиваешь, а дальше, в принципе, можно было и не ролить, потому что нихера не упало. Знаешь, как говорится, знал бы прикуп, жил бы в Сочи, да? Ну давай подожди, леди божество у него была или все-таки не зря... А, нет, она была, сука. Вот сучка. Вам пожелаю огромнейшей удачи. Не забываем про гильдию Гамора. Всех целую. И сегодня еще вечером будет стрим касаемо битвы гильдии. И Норси. Всем пока.